Вашего атакующего действия можно сказать как более защитное собирательство, ну или фаза скручивания собирания. Поэтому фаза скручивания собирания более характерна для джитан бабу джан. Она напоминает как змея, которая сжалась перед броском, то есть как эфода, которая собирается и готова в любой момент сделать какое-то действие. Или же, кстати, не обязательно сайтиши, иногда это похоже больше на тубэй цюэ, то есть все эти вытянутые руки на шуай шоу. Шуай, как рука вбрасывается в противника, поэтому используется какой-то обманный или же, как бы сказать, отвлекающий маневр. Но важно не прямолинейные действия, да, или скручивание, да, а желательно бы для того, чтобы понять прикладную часть, и кроме этого прикладной части уже поменять структуру, сделать ее более живой, да, то и действия человека должны быть более, да, объемными, да, то есть в пространстве, не могут быть они очень прямолинейными. Работа локтей, работа кулаков, работа ладоней, все используется именно с работой корпуса и дистанции. Ближе подошли — локти, дальше отошли — может быть кулаки, зависит от кулаков, еще дальше отошли — может быть уже работа ладоней. Да. Если еще дальняя дистанция, ваши руки, они могут быть липкие, хитрые, мягкие, сбросанные, как тумбы. Поэтому в читан-бхагава используются и кулаки, и ладони, и локти. Если вы ногой делаете шаг туда, да, если вы хорошо работаете с техникой шага, то ваши шаги могут быть использованы как броски. И поэтому любые входы, они могут быть с этой стороны быть использованы. Когда работаете, ваши ноги работают живо и хитро. Вы можете и этой ногой работать, и этой ногой работать, и по очереди одной и второй, и бить коленями, и локтями, и всем остальным. Поэтому ваша работа превращается в подвижную, шуструю, очень быструю работу, а не скручивание может быть большим с изменением хода, являются положениями для выхода, да, броски, затягивания, да, и ухода. Да. Если человек начал бросать, он приседает, сопротивляется. Куда ему нужно бросать? Да. Поэтому движение для броска туда, а потом туда. Весь комплекс в традиции Ван Пэшина разбит, как и в других традициях, на 8 дорожек. Каждая из дорожек, которая является как бы набором нескольких приемов, именно из 8, вот, получается в сумме 64 приема. 64 приема. Но в традиции учителя Ван Пэшина еще каждый из 8 приемов разделяется на 3 части, которая каждая из частей характеризуется той или одной триграммой эдзина. Вместе они составляют гексаграмму эдзина. Поэтому теоретическое объяснение каждого приема является таким как бы объемным проявлением общей картины цельности, да, которую рисуют 64 варианта. Вот. Еще каждый из приемов джитан бхагава иногда рассматривается через систему названия триграмм. Допустим, небо — это отец, земля — это мать, и три сестры и три сына.
Иногда само движение или каждый прием рассматривается из, допустим, взаимоотношения, допустим, как отец относится к младшей дочери или к средней или старшей, или как же, допустим, дети между собой относятся, там старший сын, младшая сестра его. Вот. Поэтому иногда такой вот своеобразный оттенок, как внутренних отношений в семье, откладывается на проявление той или другой техники. То есть даже через вот это вот отношение описываются те тонкие нюансы, с которым выполняется или рассматривается та или определенная техника, или тот принцип, который заложен в основу выполнения этой техники. Вот. Также очень сильно имеется влияние именно традиционной китайской медицины, или традиционная китайская медицина, которую изучал учитель Иван Пышен, также сильно повлияла на именно систематизацию и теорию техники джетанбаго. То есть вот эти подходы именно внутреннего строения человека с точки зрения китайской медицины, внутреннего строения китайской семьи, отношения в ней, и само отношение триграмм, которые соответствуют книге перемен, они как бы формируют такой специфический историческо-культурный фон, благодаря которому те или иные движения или приемы или принципы могут быть достаточно глубоко объяснены и связаны в одно единое целое. Поэтому теоретические основы джетанбаго, они очень, как бы сказать, обширны, и проникнуть в них недостаточно очень сложно. Учитель Ван Пэйшэн в своих книжках пытался как бы пояснить и как-то описать, да, весь свой опыт и знания, которые он вложил, и труд, который он вложил в изучение данного стиля, систематизируя его. Есть большое количество фотографий Ван Пэйшэна, который выполняет то или иное движение. Есть схемы, которые учитель Ван Пэйшэн как бы оставил для того, чтобы понять, как система строится, как она меняется. Да? То есть, вот, допустим, как триграмма и гексаграмма едина заменяют одна другую, потому что не всегда из них есть прямой ход или список триграмм, или их изменений, которые характерны, допустим, для книг. Есть определенные как бы схемы, которые касаются именно техники перемещения или обоснования, вернее сказать, не самой техники, а почему именно так техника выполняется или описывается, да? Потому что так более гармоничнее или так менее гармоничнее, да? То есть различными методами и схемами это тоже описывается, дополняется, растолковывается, но чтобы глубоко, как бы сказать, нырнуть именно на такую глубину в изучение стиля, тут как бы требуется большое время, знание, и самое главное, это непосредственное нахождение рядом наставника. То есть в свое время мне удалось в результате личных занятий с учителем Лю Гуанлаем почерпнуть как бы немного знаний и опыта, информации о данном направлении. Заниматься я начал еще в 2003 году, и уже вот 17 лет посвящаю работе над этим стилем. Но той глубины, которую я вижу в книгах учителя Ван Пэйшэна, я считаю, что достичь, наверное, уже нам всем носителям, которым попала часть информации или более полная информация, практически не удастся, потому что тот объем и глубина знаний, которые были у учителя Ван Пэйшэна, в его жизни, в его судьбе, они были настолько большие, что нам очень сложно их даже перенять. Не то, что в них углубиться или усовершенствоваться. Поэтому в данном случае мы пользуемся уже тем, что предоставила нам судьба, и стараемся свои знания и опыт по возможности тоже все время развивать и укреплять, унифицировать, продвигаться дальше в изучении этого дела. В свое время я, когда начал изучать джетанбаго джан, учитель Лю попросил меня не передавать другим людям те знания, которые я как бы узнавал у него, в соответствии с тем как бы
техникой или с тем направлением, которое он изучил у Ван Пэйшена. Поэтому я пообещал, и с тех пор я не преподаю именно сам стиль или само направление вот именно Джетан Бахова от Ван Пэйшена. Но те теоретические знания, знания методологические, разных методов гунов, дзебеньгунов, разные тонкости, даже исторические намеки, которые позволяют понять ту или иную технику или метод, я, естественно, использую в преподавании Багуаджан и Синицюань, который я изучал у других людей. Поэтому сама структура и техника, и манера Джитан Багуа, она достаточно такая своеобразная. И ценность ее, я считаю, что в основном именно в глубоком, целостном таком постижении самого структуры человека, его действия, его возможности реализовывать свои в прикладном варианте или в лечебном варианте эти знания. Поэтому получается, что именно Джитан Багуаджан линии Ван Пэйшена, он как бы собрал или сконцентрировал в себя многие знания, которые учитель Ван собрал в течение своей жизни. Поэтому в зависимости от того желания, насколько мы хотим узнать эту технику, или даже, можно сказать, уже не технику, а само тело и действие, мы прилагаем усилия, чтобы совершенствоваться или же довольствоваться тем, что у нас уже есть. Что еще характерно для техники Джетан Багуаджан? Что каждый метод или каждая техника описана самими триграммами, их взаимоотношением, описано, допустим, отношением традиционно в китайской семье, описана теория китайской медицины, и практически каждый прием еще имеет такое культурологическое как бы обоснование, то есть, которое намекает на определенный персонаж китайской истории или культуры, на определенный литературный персонаж, на определенную какую-то часть быта, работу, характерную для того или иного образа жизни, допустим, что входит в традиционные такие методы бытовой работы. Это, допустим, в Джетан Багуа есть очень интересные такие примеры, допустим, провеивание зерна на большом таком плетеном бамбуковом сите. Есть техники, допустим, работы с такой характерной для Китая метелки из куриных перьев, которые отметают пыль. Есть работа с таким плетеным из бамбука совком с закругленными краями. Есть работа с мотыгой или тяпкой. Есть работы по переноске или предхватыванию арбузов или там бахчи, да, то есть, поэтому есть много как бы таких характерных намеков именно на какой-то тип работ. Есть прямые намеки или же косвенные на литературных персонажей или персонажей истории. Допустим, такие люди, как Джан Фэй. Оруженосец Гуан Юя. Но есть также приемы, посвященные самому, допустим, Гуан Юю, но они не носят такое характерное название. То есть его самого имени в приеме нет, но подразумевается именно этот персонаж. Поэтому если мы знаем эту историю, то мы можем помочь себе как бы этой эмоцией, этим знанием в освоении того или иного действия. Поэтому как бы весь вот этот стиль Джетан Багуа от Ван Пэйшена практически пронизан вот этими как бы историческими или культурологическими нитями, зная которые можно более точно или более глубоко познать то или иное движение или требование принципов или методов. К такой еще бытовой работе культурной есть еще интересные такие примеры. Это растирание китайской туши в тушечнице. Тоже эта работа как бы описана именно в этих устных преданиях к технике стиля. Есть тоже такие работы, как копирование на бумагу с каменных стел. Есть разные как бы типы
названий приемов, в которых вложена именно вот эта вот образность, да, которая помогает понять то или иное движение, то или иное, как бы сказать, усилие или то или иное направленность метода. Но в этом есть и как бы недостаток в том, что люди, которые недостаточно углублены в работу и методологию, просто увлекаясь вот этими образными картинками, да, они как бы превращают это все в такую как бы мультипликацию и визуализацию, вот, теряя те основы, на которые должна быть направлена. Ну, это как методика сан-син или син-сянь. Образность, она направлена не со создания образов, да, а чтобы образ помог понять идею, принцип, и выразить ее уже в методе и, естественно, какой-то прикладной реализации. Поэтому стиль включает такой большой как бы культурный слой, без знания которого практически заниматься этим очень сложно. Само же, допустим, как бы технический арсенал стиля, то есть достаточно такой характерный, он включает в себя и какие-то элементы синицюань, похожие на манеру, и элементы багуаджан, элементы тунбэйцюань, элементы таких стилей, допустим, как бадзин есть немножко, есть элементы, естественно, бафэншоу, то есть которые являются таким как бы характерным стилем действия руками или телом. Вот. Поэтому манера достаточно разнообразная, но сам стиль как бы не подразумевает четкую слежение за манерой или даже за структурой техники. Вот. Потому что когда я изучал, допустим, в свое время основы этого стиля, то подача материала шла достаточно очень, несистемно, как привыкли наши люди, что сначала выучим это, потом структуру, потом куда нога пошла, потом какие-то силы. То есть все обучение строится на таком постоянном взаимном общении и думании. Да? То есть когда учитель говорил, что вот мы разобрали новый материал, посидели, он сказал, иди думай. Да? То есть иди думай, это значит иди работай. Да? И через работу находи то или иное. Потом, когда мы обсуждаем, что я надумал и что я наработал, учитель постоянно поправляет то, так, не так, так или так. Поэтому какая нога находится впереди, правая или левая, то есть положение шуневое или непродольное, или же оно поперечное, то есть это уже не имеет роли в некоторых идеях, потому что каждый прием практически может быть отрабатываться как отдельный гун, или как отдельный дзебэньгун, или как какой-то вариант применения. Допустим, техника строится на использовании предплечий, или шагов, или кулаков, то есть это уже не столь важно. Поэтому действительно, то есть стиль не является комплексом, да, то есть многие представляют джитан багуа, допустим, как один из комплексов, который помогает, допустим, круговым приемам багуа проявляться в линейном, допустим, использовании. Но это совершенно неправильно. То есть джитан, то есть может привиться как джи, это как истинная, тан как дорога, то есть или как истинная дорога для понимания техники багу. Поэтому тут домыслов и фантазий может быть очень много. Вот. Поэтому изучение стиля достаточно такое серьезное, глубокое, требует именно вот такого подхода. Поверхностное изучение, оно особенно какого-то смысла не дает, как многие люди, что это разнообразит обычную технику, там, багу или ту технику делает более. То есть, это, я считаю, мое личное мнение, что это не так, да. И поэтому джитан багуа по линии Ван Пэшэна не является комплексом, это такой именно методический конгломерат, стиль, не стиль, но назвать это трудно стилем, да, потому что, одна из методов, да, то есть большой такой метод подготовки тела, в который входит и телесное развитие, и интеллектуальное развитие, и историческое развитие, и знание большого пласта информации, и, естественно, его использование, то есть именно прикладного использования, то есть каждый элемент, допустим, нам может помочь как эффективнее выполнять то или иное действие. То есть даже обычную простую технику ударов, там, несложных, да, но если мы знаем принципы, как строится сам телесный каркас, как строится движение, как реверсируется движение, как гасятся отдачи, то нам будет
легче и экономичнее выполнять другую различную работу в других стилях. Поэтому для меня знакомство с Джетан Бахо было именно таким вот методическим и методологическим как бы ключом к пониманию многих действий, многих движений и многих техник, которые входят и в другие стили традиционного ушу. Вот, поэтому как бы шаги есть подобные: синицюань, приседания, прокручивания, складывания, такие как и в тайзицюань, и в синицюань, и синицюань. Боевые техники использованы локти, очень много, которые используются в бадзицюань. Ладонные техники, хлёстые удары, то есть характерны для тунбэйцюань, тоже очень много их входит именно в эту технику. Много бросковых движений, много движений именно такого, как бы сказать, действия с оружием, но которое можно, допустим, пробовать и без оружия. То есть стиль не зря создал копейщик Лю Дукан, поэтому если мы рассматриваем с точки зрения фехтования копьем, то там тоже будет наглядно проявлены, для некоторых людей скрыты, но те, кто занимается фехтованием копьем, будут видны и многие именно копейные идеи, которые потребовали от тела такую или определенную работу, или такое определенное положение, или какие-то методики работы с копьем. Вот. Поэтому даже характерные положения тела и действия, они тоже не являются статичными. Вот как учитель Мапшон говорил, что столб – это не просто стоящая свая или колода, которую забили в землю. Да? Столб или вот колонна – это основа здания, да? То есть его ось, его центр. И если наше здание, тело двигается, поэтому важно, чтобы эта основа или этот джуан, этот столб, был все время у нас подвижный и живой. Поэтому вот это вот отношение к стилю, что он не формальный, да, а постоянно меняющийся живой, является такой как бы характерной особенностью. Но с другой стороны, это мешает его как бы такому сугубо схоластически методическому освоению, в котором есть там выучили одно движение, второе, третье, четвертое, пятое. Движение выучили, отточили, и они вот как бы являются комплексом. То, а зачем этот комплекс нужен? Для демонстрации техники. Так это совершенно не нужно. Поэтому отношение к самому методу Джетан Багуаджан, мое мнение, не должно быть вот отношение к одному из комплексов, который надо выучить. Запомнить и его демонстрировать или представлять через него разнообразие. В каждом стиле мы можем взять любое простейшее движение и развить его разнообразие до многих комплексов, до многих идей. Поэтому основная ценность как бы вот этого наследие учителя Ван Пэйшена и учителей старых поколений до него, это именно вот эта вот живая методическая, методологическая подача материала, которая позволяет изучающему просто вот проникнуть в знание своего тела, своих действий на основании вот этого вот набора, не сказать, старой медицины китайской, старой единической культуры, старой вообще литературы и культуры Китая. То есть это помогает человеку более глубоко как бы и тонко видеть общность принципов, которыми пронизаны практически все вещи и все проявления. Ну, как это, единый закон пронзает все. Да, поэтому мы можем менять методы, можем менять методики, но принцип пронзает все. Это старое правило, которое очень часто Ван Пэйшен подчеркивал в своих как бы беседах и подаче знаний, а не такое схоластическое, ну, формальное изучение. Также с точки зрения Багуаджан, он говорил, что в Багуаджан важно. Да, это понимание креста, что является тоже таким характерным как бы признаком. И то, что Багуаджан не имеет 3 грамм Багуа. То есть, так же как для синицюань, всегда говорится, что у синхэи, то есть все 5 первые действия едины, то все 3 граммы Багуа являются одним целым. Вот. И истинная багуа – это нет ни отдельных гуа, 3 грамм. Это все единый процесс, который постоянно дяньхуа изменяется. Поэтому вот такая вот небольшая история про данный стиль. Если вам было интересно, я буду рад, что наша беседа чем-то вас заинтересовала и, может быть, принесет какую-либо пользу.